Бренд формирует имидж государства на международной арене. В числе известных брендов Беларуси – производители машиностроительных гигантов, продуктов питания, инновационные IT-компании, современные химические предприятия. Самое известное отечественное производство в сфере металлургии – Белорусский металлургический завод. Предприятие было основано в октябре 1984 года. Именно тогда БМЗ выпустил первую тонну стали. Строительство же завода было начато 2 годами ранее, и возводили его под ключ австрийская и итальянская компании. В 1981 году, это осень была, привез на будущую площадку нашего завода. Это было бездорожье. Мы начали готовить с проектными институтами всю проектную документацию. Как по площадке, Укрипромес был в Днепропетровске, Всесоюзный институт, он был генпроектировщиком, так и субподрядчики, каждый белорусский институт что-то свою лепту вносил в строительство. 15-й октябрь первая плавка, ну а потом вот выплавленную сталь переделывали арматуру. Ну а потом уже пошла вторая очередь, СПЦ-2. Плюс корт и корт сталепроволочный первый. Третья очередь, это был опять сталепроволочный цех. Ну и одновременно с производством уже мы завод поднимал город. Ну буквально за эти годы город стал современным райцентром. Сейчас БМЗ – это уникальное производство металлургической отрасли Беларуси по энерговооруженности, уровню автоматизации производства и наукоемкости технологических процессов. Оно соответствует мировым критериям научно-технического прогресса, модернизации и реконструкции, обновления и расширения ассортимента, внедрение прогрессивных технологий позволило БМЗ занять ведущие позиции в списке мировых лидеров по производству металлоизделий. А благодаря профессионализму коллектива и высокому качеству выпускаемой продукции, непрерывно литой заготовки сортового проката, бесшовных горячекатанных труб различного назначения, холодно-деформированной арматуры, металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ, стальной проволоки и фибры. Марка БМЗ хорошо известна как минимум в 115 странах. Поставки товарной продукции за пределы Беларуси составляют более 80% от объема производства. Храм Христа Спасителя в Москве, олимпийские объекты в Сочи и Лондоне, Национальная библиотека в Минске, стадион в Варшаве. Вот далеко не полный список объектов, которые строились из металла Белорусского металлургического завода. За 32 года своей работы предприятие сделало столько стали, что можно было построить 6500 эйфелевых башен. А если взять все трубы, которые произвело предприятие, то получится цепочка, которой можно дважды обогнуть земной шар по экватору. Стоит отметить, что главное место в списке выпускаемой наукоемкой продукции предприятия занимает металлокорд. Его производство здесь запустили спустя 3 года после ввода в эксплуатацию БМЗ. Тогда это было важное для мировой металлургии событие, а реализованный проект, не имеющий аналогов по техническим решениям и средствам управления, поражал своей уникальностью и важным преимуществом перед другими компаниями – использованием в условиях одного предприятия полного технологического цикла. От выплавки стали в электродуговых печах до получения готового металлокорда. Сейчас БМЗ является одним из крупнейших производителей кордовой продукции на европейском континенте. И если раньше сталепроволочные цеха были нацелены на производство металлокорда для советского пространства, то сейчас с выходом на европейские и американские рынки предприятие является поставщиком металлокорда для таких компаний, как Continental, Pirelli, Bridgestone, Michelin и Yokohama. Кстати, основой для некоторых деталей Mazda, Belaza, Volkswagen и других европейских автомобильных концернов является сталь производства БМЗ. Но главное достижение предприятия – его коллектив. И если с момента запуска на Белорусском металлургическом заводе работали порядка 2000 человек, то сейчас на производстве занято более 11 500. В настоящее время Белорусский металлургический завод – одно из крупнейших высокотехнологических предприятий не только Гомельской области, но и в целом страны, олицетворяющее собой высокую надежность, качество и постоянное развитие.